Сегодня 7-й день на соках. Я хочу сказать, что я впечатлилась вот недавно Эмбер Хёрд. Я как увидела, я увидела, что это подобный мне типаж. И я захотела как бы тоже еще больше как бы снова похудеть. И также вот с кудряшками. Хотя у меня волосы, они у меня сами волнистые. И раньше в школе я косички заплетала, и они мне потом тоже вот такие волнистые становились. И я теперь хочу вот так же, чтобы у меня были волнистые волосы. И вес 55 килограмм. Вот моя мечта сейчас такая. Вчера я, конечно, оторвалась, потому что выпила не молоко целый литр, потом томатный я выпила, апельсиновый. Апельсиновый G7 я люблю, а томатный тоже, кажется... А, нет, томатный я по красной цене покупаю, там, за 50 рублей. Ну, иногда тоже G7, кажется, или какой-то там еще за 78 тоже. Но это вот, это для меня отдушина, и для меня вот это вот сейчас идет как срыв. Потому что есть зависимость, чтобы сходить в магазин и что-то купить. И для меня вот это вот реально. Я сходила в магазин, как бы купила там что-то. Ну, раньше, допустим, там какие-нибудь чипсы, кириешки, там еще какая-нибудь, что-нибудь такое. Ну, охота иногда чего-нибудь такого. А сейчас, так как зависимость, она есть, сходить в магазин, что-то купить, оторваться. Я не знаю, или там энергии какие-то летают, что-то мне хочется сходить. Типа сходил, как бы обмануть вот иногда. Также алкоголь. Делать вид, что ты пьешь, как бы, и думать, что вот алкоголь, как бы со всеми вот сидишь, пьешь, и когда ты выпил, то, ну, вот этот первый наплыв, когда вот надо выпить, и прямо желание такое, оно уходит как-то. В общем, надо обманывать свой мозг, и тогда ну и все, и потом это чувство проходит, что как будто вот ты это сделал, как бы, и вот, в общем, сегодня я пью сок апельсиновый. Самодельный. Все, я продолжаю. Мне не хочется останавливаться, хочется еще больше продолжать сегодня. Сколько я продержусь, не знаю. Но надеюсь, что моя мечта 20-30 дней. Если смогу больше, то вообще все 60, чтобы до конца как бы дохудеть до идеала, как бы 60-65. Ну, как получится, я пока не знаю. Всем хорошего дня.